Существует ли Бермудский треугольник на самом деле? Давайте узнаем. Пожалуйста, подпишись на мой канал и поставь лайк-тос. Бермудский треугольник – это район в Саргассовом море на восточном побережье США. Легенда о таинственности этих мест зародилась еще со времен Колумба, который поплыл в Америку как раз по этому маршруту и потом написал о своем таинственном путешествии. С тех пор и повелось все, что там случается, списывать на таинственность. Пропадают там корабли плюс-минус так же, как и везде. И этот маршрут до сих пор используют и не запретили.